Новый кузов, свежая краска, запоминающаяся надпись. На улице Химок выехал очередной тематический троллейбус. Электротранспорт говорит: соблюдайте правила дорожного движения. Не увидеть такой призыв вряд ли получится. Надпись растянулась во всю длину кузова. Следует троллейбус по маршруту номер 1 от улицы Дружбы до стадиона Родина. Расписание его не изменилось. Первый троллейбус отправляется в 5 часов 13 минут утра, последний в 0 часов 37 минут. Идею столь необычным образом привлечь внимание граждан к актуальным вопросам поддержала администрация. Совместно с отделом ГИБДД по округу проект и реализовали. Стоит отметить, что этот троллейбус далеко не первый в своем роде. Ранее Химки Электротранс уже выпускали на дороге города троллейбусы с социально значимыми надписями и призывами.